уважаемые коллеги. Я хотел бы начать со слов, которые знакомы всем. Это слова, которые написал, сказал почти 150 лет назад Лев Николаевич Толстой. «Когда же я начался? Когда начал жить? Разве я не жил тогда, эти первые года, когда учился смотреть, слушать, понимать, говорить? Разве не тогда я приобретал все то, о чем я теперь живу, и приобретал так много, так быстро, что во всю остальную жизнь я не приобрел и одной сотой того? От пятилетнего ребенка до меня только шаг, а от новорожденного до пятилетнего – страшное расстояние, от зародыша до новорожденного – пучина». Вы знаете, вот в этих буквально нескольких предложениях он поставил ту проблему, которая до сих пор актуальна и над которой работает вся современная, не только психология, но и различные другие области, которые занимаются развитием. Это и генетика, и нейрофизиология, и многие-многие другие. На самом деле проблема развития, она, конечно, ключевая психологии. И прошу прощения сейчас. Что-то нет. Ага, вот сейчас. Нет. Извините, не подскажете, как можно переключать? Прошу прощения за небольшую техническую задержку. Здесь, к сожалению, не переключается. А, вот. Все. Уважаемые коллеги, я просто дал такой видеоряд тех людей, кто занимался развитием. Я даже не буду их называть, потому что все вы прекрасно их знаете, и назвать их всех невозможно в столь коротком выступлении. Но я хотел бы остановиться, и, конечно, все, что посвящено развитию маленьких детей, конечно, невозможно представить в столь небольшом выступлении, которое у нас регламентом разрешается. Прошу прощения, опять не переключается. Извините, можно как-то там наладить? Поэтому прошу прощения, но может быть вы как-то наладите, потому что без... Хотел сосредоточиться, конечно, не на всей области развития раннего развития, а только на определенной части, потому что невозможно в этом небольшом выступлении обо всем этом рассказать. На самом деле, одним из очень важных направлений, которое сейчас развивается, это исследования, лонгитюдные исследования, которые позволяют понять нам, как причинно-следственные отношения, как одно влияет на другое. Это фактически единственный метод, который позволяет понять причины и следствия в развитии. Это такой, как бы можно сказать, привести такой метафору телескоп Хаббл социальных наук, да, как сказал один наш немецкий коллега. Что, так и не получается? Прошу прощения за эту техническую неувязку, но мне бы хотелось, чтобы слайды были, потому что они подсказывают. И вам будет более понятно, о чем я говорю. Я просто хотел коротко остановиться на этих лонгитюдных исследованиях, и прошу прощения, что я буду в основном говорить о, может быть, зарубежных исследованиях. Почему? Потому что, к сожалению, у нас в стране больших масштабных лонгитюдных исследований раннего детства вообще очень мало, и практически их не было. Поэтому я буквально немножко коснусь основных результатов, которые были проведены в мировой науке. Один из таких известных и очень авторитетных лонгитюдных исследований – это британские когортные исследования. Что, заработало? Вот
Это четыре таких очень известные когорты, которые продолжаются уже буквально десятилетия. И я буквально скажу несколько результатов, которые важны для нас. Потому что понятно, что нам нужно понимать механизм, когда мы хотим построить образование, когда мы хотим построить процесс воспитания, нам необходимо понимать фундаментальные процессы, которые происходят в психическом развитии. Вот одно из таких очень больших исследований, это вот британское когортное исследование, которое показало, что, которое начиналось с самого рождения ребенка и прошу прощения, сейчас я разберусь. И результаты выполнения этих исследований дали очень много интересных и позитивных и важных результатов для понимания развития. Это прежде всего понимание того, как начальные этапы развития, да, влияют на дальнейшее развитие ребенка, потому что это важно для понимания того, как раннее развитие влияет на ребенка. Вот, например, казалось бы, такая очень важная для всех важная вещь – это вес ребенка при рождении. Да? То есть, казалось бы, как он связан с развитием ребенка. Но, тем не менее, вот эти данные показали о том, что чем выше вес ребенка, тем лучше когнитивное развитие ребенка. Также эти исследования показали, что существуют четкие связи между неблагоприятными факторами в начальном периоде жизни, это и болезнь, отсутствие родителей, и психопатологии в подростковом и раннем возрасте, и в более старшем возрасте. Еще я бы хотел остановиться на одном исследовании наших коллег, с которыми мы тоже проводим совместные исследования. Это Квебекское лонгитюдное исследование, которое позволило тоже посмотреть на траектории развития ребенка. Это исследование, которое продолжается тоже уже много лет. Вот вы видите, оно началось с 5 месяцев и продолжается сейчас уже до 15-16-летнего, доросли эти дети. В рамках этой работы было показано, были оценены траектории развития детей. То есть на самом деле выделяются как бы разные группы детей, поскольку их тип развития отличается друг от друга. Вот мы здесь видим, что выделяются три группы детей. Это вот по таким параметрам, как физическая агрессия, тревожность, депрессия. Есть группа детей, которые с самого начала более агрессивны, более тревожны. И это сохраняется достаточно долго на протяжении развития. Причем вот эта высокая агрессивность, она предикторами выступает целый ряд факторов, таких как материнская депрессия, проблемы поведения у мамы, употребление алкоголя и низкая самооценка, скромные доходы семьи и проблемы в семье. Это вот те проблемы, которые возникают. Точно так же вот в этой работе оценивали и трудности в взаимоотношениях со сверстниками. И точно так же здесь выделяются три группы детей, у которых траектории развития, возрастные траектории, также четко разделяется. Есть группа детей, она на самом деле меньшая часть, у которых высокие показатели по трудностям в отношениях со сверстниками. Причем эти особенности сохраняются в течение достаточно долгого времени. По крайней мере, на том времени, пока наблюдаются эти дети. Также вот здесь уже даже приведены результаты, которые результаты наблюдения до 8 лет. Это тоже касается проблемы гиперактивности и нарушения внимания. Тут точно так же выделяются три группы детей, у которых
совершенно разные как бы, типы развития. Одни дети, которые обладают высокими показателями, это верхняя группа, да, и они, как правило, дети, которые в конечном итоге страдают синдромом дефицита внимания и нарушения внимания. Причем вот этот, та группа детей, которые вот, в которой высокая траектория, они были связаны прежде всего с тем, что у матери были преждевременные роды, низкий вес при рождении, пренатальное воздействие табака, и мать была очень молодой. Это вот те факторы, которые могут влиять на возникновение гиперактивности и нарушение внимания. Также есть как бы лонгитюдные исследования, которые посвящены специально тоже нашей коллеге из университетского колледжа Лондона, которые ведут более 30 лет лонгитюдные исследования недоношенных детей. И по их данным, у этих детей с возрастом чаще наблюдаются поведенческие проблемы. Это и синдром дефицита внимания, и поведенческие проблемы, агрессивность, тревога и депрессия, расстройство аутического спектра. Но со временем они как бы эти проблемы снижаются, но все равно они остаются. Вот мы, например, возьмем такой важный показатель, как рабочая память, которая лежит в основе многих учебных наших действий, в основе и счета, и в обычной жизни, то есть человек использует эту рабочую память. Вот у детей с недоношенными дети, они, как правило, вот, отличаются в худшую сторону от тех нормально доношенных, но со временем этот дефицит снижается. Но до конца он все-таки не исчезает. Я еще хотел бы специально остановиться тоже на таких лонгитюдных исследованиях, которые оценивают влияние каких-либо воздействий. Да, вот здесь приведено результаты исследования, когда была отобрана группа детей с низкими показателями из бедных семей, и они были разделены на две группы. И вот у одной группы были интенсивные программы обучения, и вот мы видим, что когнитивное развитие этих детей, оно улучшается. Но, тем не менее, ко второму классу эти различия нивелируются. Однако, несмотря на то, что эти различия нивелируются, сохраняется позитивный эффект, поскольку у этих детей успеваемость все равно остается лучше, и они достижения учебные гораздо лучше. На самом деле, вот буквально за последние десятилетия очень большой всплеск интереса в психологии, не только в психологии, в медицине, к исследованиям именно лонгитюдным. И я вот просто здесь показываю логотипы тех крупных проектов, которые были начаты буквально там в начале тысячелетия. Это вот специальные программы «Растем в Австралии», «Растем в Новой Зеландии» и так далее. Это огромные большие лонгитюдные исследования, которых, к сожалению, в России у нас не хватает, их практически нет. Причем, чем дальше развиваются методы исследований, тем больше смещается интерес исследователей к раннему возрасту. То есть, чем, вот как сказал Лев Николаевич, что вот от зародыша до рождения – это пучина. Да, это огромная, неизведанная область, которая привлекает огромное внимание людей, исследователей. Потому что вот я вот тоже здесь привлекаю, даю логотипы тех из важных лонгитюдных исследований, которые начинают очень часто либо с момента рождения, либо с пренатального возраста, то есть с периода беременности матери. Понятно, что лонгитюдные исследования очень важны для понимания процесса развития, но этого только недостаточно, когда мы используем только поведенческие показатели. Очень важно использование биологических показателей, да, то есть необходимо понимать, как развивается это сложное взаимодействие и поведенческих, и биологических, и генетических факторов в развитии ребенка. Только используя вот эти все факторы, мы можем понять реально, как происходит развитие ребенка. Вот я вам предлагаю здесь
модель такой, это наш коллега Гордон Харальд разработал такая модель, я просто не даю здесь статистическую выкладку, это результаты структурного моделирования, но тем не менее сказать, смысл здесь понятен. То есть вот формирование антисоциального поведения зависит от такого огромного количества факторов, да, которое требует тщательного изучения для того, чтобы понимать, каков будет эффект в результате. И понятно, что нам очень важно понимать, как происходит взаимодействие этих биологических и поведенческих, психологических факторов, да, потому что все уже прекрасно, мы все прекрасно понимаем, что период, когда генетика и среда, они разделялись, была такая дихотомия, она уже давно преодолена, потому что это всегда взаимодействие, сложное взаимодействие этих двух факторов. Поэтому в настоящее время разработан целый ряд методов, которые позволяют разделить влияние тех или других факторов. Вот здесь предложены методы, которые используются в современной психогенетике. Одним из таких важных методов – это метод близнецов. То есть, когда мы сравниваем сходство монозиготных и дизиготных близнецов, которые различаются по их генетическому сходству. Оценивая этих близнецов, мы можем оценить ту роль генетических факторов в том или ином факторе, в том или ином показателе. Ну, вот это методы уже анализа, но основной результат я хотел бы вам показать, что вот огромное количество исследований, которые показывают значительную роль генетических факторов в большом наборе психологических признаков. Я хотел бы тоже остановиться на работе наших коллег, с которыми мы тоже очень плотно работаем. Это одно из самых больших и авторитетных близнецовых лонгитюдных исследований. Это близнецовое исследование раннего развития, которое возглавляет и проводит Роберт Пломен. В рамках этого проекта получено огромное количество интереснейших данных. Не только генетических, но и просто обычных данных по развитию детей. Вот, например, одно из таких данных, мы видим, как кривые развития у мальчиков и девочек, они, видите, как они вначале различаются, потом сходятся и в результате опять сходятся. То есть, на самом деле, развитие происходит когнитивно неравномерно. Одним, наверное, таких из важнейших результатов этого исследования показано то, что как ни странно, когнитивное развитие, развитие интеллекта в ходе развития испытывает все большее влияние генетических факторов. Вот здесь вы на табличке это видите. Причем интересно, что вот у нас была совместная статья, в которой мы оценивали не только развитие интеллекта, да, но и навыки письма, арифметики, и оказалось, что вот в раннем возрасте вот эти навыки даже в большей степени испытывают влияние генетических факторов. Другой метод, который позволяет тоже нам разделить факторы, которые влияют на развитие, это вот метод приемных детей. Вот видите здесь, например, биологическая мать и ребенок, это у нас они имеют общую генетическую связь. Но кроме того, у матери и ребенка еще есть общая, вернее, у них связывает пренатальная среда. То есть сразу два фактора, которые объединяются, которые мы не можем развести. Но здесь мы можем развести, когда берем приемные семьи, мы можем видеть, что именно из среды влияет на развитие того или иного признака. Ну вот, например, как один из примеров, это близнецы, выросшие вместе или разлученные близнецы. Ну вот тут я уже сказал о том, что он позволяет разделить, и самое главное, что он позволяет, дело в том, что, как я уже говорил, любой процесс, он всегда процесс совместного действия, содействия генотипа и среды. И вот когда, вот этот, когда мы берем приемную, мы можем, берем приемную семью, мы можем убрать такой фактор пассивный генотип средовой корреляции, который в исследованиях очень трудно убрать, когда у родителей дети генетически общие. Вот все эти методы, они, конечно, очень полезны, но они не позволяют нам разделить влияние внутриутробных
условий, да, развития ребенка. Потому что если мама и ребенок, то у них еще, кроме внутриутробных как бы, условий среды, есть еще и генетическое сходство. И поэтому мы не сможем разделить их как бы за счет чего что обусловлено. Но в последние годы, как вы все прекрасно знаете, очень большое распространение получили репродуктивные технологии. И они дают нам новые модели, которые позволяют проверить, четко разделить и пренатальные, перинатальные. Прошу прощения, сейчас я... Да. Пренатальные, перинатальные факторы. Да, и вот там существуют различные степени использования половых клеток там, мамы, папы, и возникает множество различных групп, которые позволяют затем сравнивать, которые точно позволяют оценить влияние того или иного фактора. Я сейчас немножко пропущу, поскольку и есть масса интересных вещей, потому что я на них останавливаться не буду, я просто хотел подвести к тому, что вот этих исследований, к сожалению, в российской психологии, в российской науке практически нет. И вот буквально недавно мы начали такую работу, сейчас я вам покажу. В 2014 году мы в Томском университете совместно с университетом Голдсмитс начали лонгитюдное исследование как раз таких семей, которые из разных эко-групп, там, где донорство яйцеклетки, суррогатное материнство и так далее, которые позволяют нам более-менее четко разводить влияние тех или иных факторов. Этот лонгитюд, он очень, конечно, долгий, сложный, потому что мы ждем, когда появляются дети, вернее, рекрутируем беременных мам, договариваемся, мы их там прослеживаем. Вот у нас несколько волн исследования. И эта выборка набирается зависит от того, как у нас появляются беременные мамочки, которые рожают. Поэтому у нас это сейчас собрано где-то 600 детей, и мы пока не можем дать еще результаты, поскольку у нас очень сдвинуто не по времени, потому что дети у нас рождаются, как говорится, по собственному желанию. Поэтому, когда накопятся данные, мы дадим эти результаты. Кроме того, мы в этом году начали исследование тоже такое же, начиная с беременности, вместе с перинатальным центром в Москве, которое тоже направлено на анализ генетических факторов, средовых факторов и перинатальных факторов на психическое развитие ребенка. Потому что нас прежде всего интересует психическое развитие ребенка. Поскольку развитие ребенка внутриутробно очень сильно оказывает на дальнейшее его развитие, поскольку помимо генетических и внутриутробных факторов еще возникают эпигенетические факторы, то есть те факторы среды, которые могут либо увеличивать экспрессию генов, либо уменьшать. И это тоже во многом очень сильно может влиять на дальнейшее развитие ребенка. И наша основная задача, чтобы разделить эти факторы, и я надеюсь, что, поскольку лонгитюдное исследование – это очень сложное, дорогостоящее и вообще очень сложное мероприятие, то надеюсь, что мы там за ближайшие 5 лет хотя бы получим какие-то данные, которые можем обсудить. Ну, я хотел в конце сказать о том, что, конечно, вот я такую табличку даю, это экономисты рассчитывали как бы инвестиции в различные ступени образования. Да, вот мы видим, что здесь наибольший эффект дает инвестиции – это дошкольный период, дошкольная программа. И вот на этой оптимистичной ноте я хотел закончить, потому что чем больше мы будем понимать, как развивается ребенок, чем больше мы будем вкладывать в развитие ребенка, тем больше мы получим эффекта в развитии нашего технологического общества. Спасибо.